Весовая категория 61 килограмм. Приглашается боец из Узбекистана. Населило Наймана. Сангаков Доди Худо из Таджикистана. Мы приглашаем представителя Таджикистана в красный угол октагона. Доди Худо Сангаков. Встречаем. Итак, вы смотрите статистику бойцов и характеристику. А мы передаем привет всем тем, кто нас сейчас смотрит со всех разных ввиду нарушения углов, из Москвы, из Ростова, из всех других городов, предупреждение во всей России, по всему миру. Представитель Узбекистана Найманов Насирилло не вписался в весовую категорию, поэтому получает предупреждение, желтую карточку. И сразу же идет вперед Насирулло и переводит, пытается перевести его Сангаков Доди Худо. Как мы с вами знаем, у него база вольная борьба, поэтому для него стихия это внизу. В принципе, то, что он и делает, переводит своего оппонента вниз и занимает боковой контроль. Сангаков Доди Худо из Таджикистана в зеленых шортах, а Найманов Насирулло в черных. Так, фулл маунт у нас тем временем. И отлично контролирует ход и наносит удары ряд за рядом, удар за ударом наносит боец из Таджикистана. Просто наносит серию ударов, очень большая серия ударов. Слишком много урона наносит Доди Худо своему оппоненту. И, конечно же, нужно останавливать этот бой. Слишком много попаданий со стороны бойца из Таджикистана. Но терпит, Насирулло пытается выйти. Все, глухая защита, да. Заканчивается встреча. Конечно, можно было чуть-чуть пораньше приостановить, потому что уж очень много попаданий было тренером Шогунеевым Фаридом. И благодарим за участие Найманова Насирулло, бойца из Узбекистана. Выше голову, победы и поражения, все впереди, все бывает, это спорт. На первой минуте 6 секунде первого раунда техническим нокаутом одержал победу Доди Худо Сангаков. Поздравляем бойца из Таджикистана Сангакова Доди Худо.